Добрый день, это передача «Бизнес Плюс», с вами Татьяна Шифрина и Анастасия Шин. Сегодня у нас в гостях особенный гость, главный исполнительный директор инвестиционной финансовой компании «Метрополь». Многие знают этого человека как легенду private banking в России, но не все знают, что он стоял у истоков не только этой индустрии, а также у истоков возрождения конного пола в России. Итак, встречайте дорогого гостя Алексея Олеговича Радзянко. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. И здравствуйте, Анастасия. Алексей, мы очень рады вас видеть. Взаимно. Да, мы очень рады вас видеть в этом прекрасном уютном месте, которое называется ресторан-музей. Нам приготовили очень вкусный имбирный чай невероятной красоты. Сейчас будем чаевничать. Сейчас будем пробовать. Между прочим, специальные чайные мастера. Можно налить. Да, этот чай должен был, по идее, с медом, но мы попросили мед не добавлять. Почему? Потому что у меня аллергия. С медом он еще прекрасней. Да, с медом он еще прекрасней, но я Насте в прошлый раз еле откачала. Да. Предлагаю за встречу сразу. Ура. Ура. Да. Алексей Олегович, вы вчера прилетели только из Флориды. Там уже вовсю сезон у вас начался? Да, там сейчас в самом разгаре сезон по конному полу. Сейчас разыгрывается чемпионат, открытый чемпионат США, главный кубок всех штатов. Алексей Олегович, в прошлый раз мы с вами встречались на финальной игре в зимнем чемпионате в Целеево. А сейчас мы приготовили для вас сюрприз. Мы отсняли небольшой ролик, который показывает ход турнира именно этой игры, и хотим вам его показать. Очень здорово, мне интересно. Давайте смотреть. Давайте. Thank you.
Алексей Олегович, расскажите, что вас заставило заниматься конным поло столь плотно? Наверное, правильно сказать не что, а кто. Меня заставило заниматься лошадьми сначала моя младшая дочка, тоже Анастасия. И она попросила уроки верховой езды. И мы с ней стали ездить в Битцевский парк. И я там сначала смотрел, а потом Берейтер, которая занималась с дочкой, мне предложила тоже сесть. Но я стал садиться на лошадь, мне очень понравилось. Мы вместе ездили, просто учились самым основным понятием о том, что такое верховая езда. А потом через год знакомый мой, который открывал полуклуб, предложил мне и в то время моей компании проспонсировать первое мероприятие в России, что я и сделал. А потом уже с двумя сыновьями, дочкой и сам вчетвером мы занимались в ново сформированном московском полуклубе. И 2 года были членами этого клуба. Через 2 года его хозяин выкупил своего партнера и предложил мне купить этот клуб, потому что сам уже не собирался им заниматься. А мне было очень обидно, просто чтобы пола в России не было. И я у него согласился купить клуб, с тех пор им занимаюсь. А дело такое, что втягивает, и просто не хочется этого оставлять, и не хочется это бросать. Правда, поло в России мало развито, и так как я начал заниматься им в России, клуб купил в России, поэтому и в России занимаюсь. Ну и ответственность, естественно, тоже большая. Основная моя ответственность – это за поло в России. Получается, что оно, в принципе, держится на энтузиастах, да? На энтузиазме, на частной инициативе какой-то. А почему не поддерживает наши на государственном уровне какие-нибудь спорткомитеты? Вот в чем причина? Вы знаете, я думаю, здесь много причин. Да, действительно, поло держится на энтузиазме и на частном капитале. И на, если хотите, частных капиталистах, уже физических лиц, которые этим занимаются. Вот в Соединенных Штатах, я говорил, сейчас разыгрывается чемпионат страны. И в каждой команде по одному спонсору выступает. То есть там 3 очень крутых профессионала и 1 спонсор с разным достоинством как игрок, но с одним общим знаменателем, что они финансируют эту команду, они нанимают этих игроков, они покупают лошадей, они вкладывают в один сезон для того, чтобы даже иметь право участвовать в этом турнире, наверное, несколько миллионов долларов каждый. До этого нам еще дорасти, чтобы в России столько богатых людей занимались, чтобы спонсировать свои команды на таком уровне. Но это время, это долгое время. И даже соотношение участия в конном поло, например, в Америке 23 миллиона человек занимаются гольфом. Тоже вроде как аристократический или элитный вид спорта. Это фактически практически массовый. Каждый 10-й в Соединенных Штатах играет в гольф. Если взять конное поло, то в Штатах меньше 20 тысяч человек занимаются конным поло. То есть на 1000 раз меньше, чем играет в гольф. И приблизительно то же соотношение сохраняется в России. Когда в России будет 2 миллиона человек играть в гольф, тогда будет 200 человек играть в поло. Значит, надо развивать гольф. Не забывать про него. Потому что это же даже хорошая возможность привлечь мировую элиту к этому мероприятию. То есть даже, например, если взять Китай, который собрал зимний чемпионат собирал, причем это был искусственный снег, и все приехали, в том числе английского королева, как я знаю. Была английская команда, и фактически весь цвет, если хотите, получиновников конного пола со всего мира собрались. Официальная федерация, Международная федерация пола, ФИП, она была спонсором этого, спонсором. Она прибавила свое имя к этому турниру, сделав его официальным турниром, за что заплатили китайцы. Причем китайцев коренных в этом турнире не было ни одного. Все команды приехали из других стран. Была команда из Китая, она называлась Гонконг, но в команде Гонконга был 1 англичанин и 2 аргентинца. Они выиграли, кстати. Так что официально Китай выиграл.
Но китайцев там в участии не было. Ну, просто потому, что у них тоже спорт очень-очень молодой, очень новый. И своих игроков на таком уровне пока у них нет. Ну что, китайцы молодцы. Будем надеяться, что наши тоже до этого дойдут. Надо какие-нибудь показательные выступления в Сочи 2014 сделать. Вы знаете, были такие слухи, и даже в какой-то из газет маленькая заметка о том, что собираются сделать показное выступление по полу на снегу во время Сочинской Олимпиады. Но это было года два тому назад, с тех пор я ничего не слышал. То есть моих лошадей никто не тревожил на эту тему. А кроме как вам идти некому, значит, не будет? Пока нет, хотя... Кто знает, купить партию лошадей можно, как бы, вот игроков подготовить своих точно невозможно, но показательную игру, вот, ну, так как ее китайцы сделали, пригласив разные страны выставить свои команды, команды, которые достаточно представительные и сильные, чтобы показать эту игру, это вполне возможно. Алексей Олегович, в конце февраля мы были у вас в гостях в Целеево, в вашем московском полоклубе. У меня к вам предложение. Давайте сейчас посмотрим ролик, который у нас получился, наши зарисовочки, как мы провели день в этом замечательном месте. Давайте. Доброе утро. Это передача «Бизнес Плюс». С вами Татьяна Шифрина и Анастасия Шин. Сегодня мы проведем беседу с президентом московского полоклуба Алексеем Олеговичем Радзянко. Ну что, пойдем к нему? Пойдем. Алексей Олегович, а что вам дало конное поло в личностном плане? Ну, это мне дало большую там дырку в банковском счете, которая постоянно течь дает, большую течь. Но это так, это факт, это дорого. Но с другой стороны, много-много положительных эмоций и много радости от общения с лошадьми и... Ну, огромное что-то общее с моими детьми. Я с ними занимаюсь, они играют, мы с ними вместе переживаем, вместе играем, вместе выигрываем, вместе проигрываем. Так что это мне дало очень много. Я предлагаю сейчас сесть на нашу лошадку Торменту, вам по очереди, и попробовать себя с клюшкой. Вы почувствуете от этого большой, я думаю, положительный... Заряд. И опа. И все это происходит на бешеных скоростях. Опа. We'll be right back.
А сколько команд есть в России, готовых участвовать в турнирах? Это по-разному. Самое максимум, что у нас участвовало в чемпионате России, это 5 команд. Бывало 3 и бывало 4. Вот где-то так. Вот мы колеблемся. В этом году, мне кажется, соберется 3, может, 4 команды. Это на летнем, да, турнире? Это на летнем турнире, да. На зимнем тоже самое большое, максимальное количество было 5, а минимальное 2 команды. Зависит от экономики очень сильно. Вот максимальное количество было в момент максимального опьянения или оптимизма по экономическому состоянию. А, то есть прямая связь. Очень, очень четко наблюдается, да. А что у нас в этом году с командами? Прогноз. А в этом году чуть лучше. Несколько новых игроков появилось, несколько новых хозяев лошадей появилось. Это самое главное. То есть людей, готовых сесть на лошадь, очень много, людей, готовых взять ответственность и купить лошадь, гораздо меньше. А они самые вот главные. Это уже вид спонсорства, когда ты начинаешь быть хозяином лошади. Значит, можно сделать вывод, что у нас подъем. Подъем, да. И обычно это прошлогодний подъем, который отражается через год. Алексей Олегович, а мы знаем, что ваш род имеет очень продолжительную историю и начинается со времен Рюрика. Расскажите нам, пожалуйста, эту историю. Да, это семья моей матери, Лопухины. Родоначальником был сын Редеди. Редеди – это князь Тьму-Тараканский, который в какой-то момент вступил в единоборство со сыном Владимира Святого. В этом единоборстве Владимир убил Редедю, но по договоренности до начала боя тот, который выиграл, брал ответственность за город, рать и семью того, который проиграл. И, значит, соответственно, Мстислав, он взял к себе в свой дом сына Редеди, и через какое-то время выдал свою дочь за сына Редеди. Сына Редеди называли Роман, и вот Роман и дочка Мстислава Владимировича, они были родоначальниками семьи Лопухиных. Ну вот оттуда пошла, значит, семья моей матери. Да, наверное, не каждый может похвастаться такой как историей. И сохранилась эта история. Знаете, эта история сохранилась в самой старой истории России. Это называется «Повесть временных лет», написанная монахом. Алексей Олегович, нам известно, что Михаил Владимирович Родзянко, известная личность времен Николая II, ваш прадед. А вот расскажите, а как же вы попали в Америку в итоге? Именно в результате всех событий того времени. После революции мой прадед и его старший сын, это мой дед, они оказались на юге России с Деникиным, или за линией фронта Деникина, то есть на юге России. И в 20-м году, когда уже был понятен исход гражданской войны, для них этот исход, если бы они остались на месте, тоже был понятен, их бы просто расстреляли. И они, эмигрировали в то время на английских теплоходах, и остановились в Югославии. И там, значит, родился мой отец. Там жили они до конца Второй мировой войны. А потом оказались опять беженцами, опять перед Красной армией. И мы остановились в Мюнхене. В Мюнхене мои родители встретились, поженились. И оттуда уже эмигрантами в Америку переехали. А там родились уже, значит, мой брат, я, младший брат и 2 сестры. Алексей Олегович, вы 43 года прожили в Америке. А что сподвигло вас приехать в Россию? У меня появилась возможность работать в России. Как раз в моем банке, где я тогда работал в городе Нью-Йорке, была реорганизация, и мне предлагали переехать в Лондон. А в то же самое время со стороны мне пришло предложение приехать в Москву и работать в новом банке, который организовывался вот в то время. Это был 95-й год. Ну и, естественно, как бы зов крови преобладал. Да, работа в Лондоне была понятнее, наверное, лучше с точки зрения там, всех
позиций, кроме одной, что если бы я поехал в Лондон тогда, то, вероятно, я бы никогда в Россию и не поехал бы, кроме как, ну, турист или бизнесмен на короткие сроки. И просто у меня вот этот момент был, мне нужно было себя попробовать здесь. Я решил, ну, давайте я от этого избавлюсь, месяцев 6 побуду в России, и, наверное, все равно ничего не получится. Ну вот, приехал тогда, и, в общем, до сих пор я здесь. А вас что-то шокировало, когда вы приехали? Был какой-то момент такой, что вас удивило? Ну, конечно, меня много шокировало, когда я приехал сюда. Шокировало меня то, что как бы людей отстреливали на улице довольно часто. И это был шок. И это было страшно. Тем не менее, вы не сбежали обратно через полгода? Почему? Нет, ну вот, знаете, получилось. Потому что, в общем, получалось, и это время было такое удачное, и банк как бы рос. Поэтому профессионально у меня было большое удовлетворение. И как-то судьба так сложилась, я с ней не спорил. И в конце концов, кому-то надо было поднимать конное поло в России. Я думаю... Да, и это, оказывается, сыгралось. Все звезды сошлись. Да. Вас многие ассоциируют с индустрией private banking. И даже более того, считают основоположником этой индустрии. Вот как вы прокомментируете? Согласны с этим утверждением? Ну, мне несколько странно, потому что private banking-то я занимался очень относительно мало в своей карьере. Но, наверное, в какой-то момент я был инициатором этого направления в Deutsche Bank, когда там работал. А потом перешел на работу в Credit Suisse, где я возглавлял это направление на территории России для Credit Suisse. Поэтому, ну, наверное, в результате этого и ассоциируют. В общем, интересное время и интересная работа, действительно. Вот интересно, вообще private banking – это прямой дорогой быть спонсором таких мероприятий, как турниры по полу. Они активно участвуют? Они участвуют, да. И Credit Suisse участвовал, и ряд других банков в свое время участвовали как спонсоры. Сейчас, вот конкретно сейчас, этот бизнес, он тяжелый. Он тяжело дается, он не дает те результаты, которые я когда-то давал. И поэтому сейчас с деньгами гораздо труднее, сложнее, со спонсорскими особенно. Алексей Олегович, а занимались ли ваши предки конным поло? Вы знаете, да, и об этом я узнал абсолютно случайно. Оказывается, вот тоже в семье моей матери были белосельские, белозерские. А у них, значит, они были хозяева Крестовского острова в Петербурге. И это семья, которая впервые в России открыла полоклуб в конце 19 века, в начале 20-го. Я это случайно узнал. Узнал я, потому что про бабку узнал, потому что она очень похожа на мою сестру. Ее портрет висел в музее. И когда вот этот портрет обнаружили кто-то из знакомых моей сестры, они сказали, слушай, они позвонили ей и сказали, я смотрю на твой портрет. А портрет был нарисован в 1858 году. А потом, значит, мы стали узнавать, оказалось, что это, значит, прабабушка моей матери. Мистика. Мистическая история. То есть вы не знали даже это совершенно случайно? Я даже не знал, да, абсолютно не знал. Но это слишком далеко, чтобы фамилию помнить. А вот потому что она, оказывается, моя сестра похожа на нее, мы обнаружили связь с ней. А потом случайно, что эта семья связана с конным полом. Так что вот такое удивительное совпадение событий. Это говорит о том, что вы не случайно приехали в Россию и совершенно не случайно занялись. Возможно, не случайно, да. Алексей Олегович, вы приехали в Россию в 95-м году. С тех пор прошло уже очень много времени. И вот сейчас, оглядываясь назад, как вы можете оценить свой деловой опыт, те изменения, которые произошли на стране, ситуация? Мне действительно очень посчастливилось вот эти 15 лет работать в России. Много-много случилось. Большой и важный период в истории России, мне кажется, происходит сейчас. И не каждому была такая возможность и работать здесь, и, кстати, слава богу, возможность и заработать, и заняться любимым делом, которое я здесь обнаружил. Алексей Олегович, а какой вы можете дать прогноз на перспективу в России, экономический? Знаете, Россия огромная страна, очень богатая, с потенциалом далеко-далеко не исчерпанным. То есть, когда я приезжал в Россию,
здесь мне советовали, говорят, ты куда едешь, вообще в дикое место, там ничего нет и вряд ли что-нибудь будет. Мой подход был такой, что потому что там очень мало чего есть, каждое маленькое улучшение той ситуации, которая в России есть, она приведет к огромному росту благосостояния и богатства. Ну, фактически так оно и было. И где-то так оно и есть. Потенциал еще далеко не исчерпан. Поэтому если Россия понемножку может улучшать свою ситуацию, то результат от этого должен быть огромным и положительным. Дорогие друзья, давайте улучшать нашу ситуацию вместе. Каждый по чуть-чуть. Алексей Олегович, вы, как вы уже знаете, наш клуб «Джентлс» объединяет людей, которые заботятся о качестве жизни, делают уровень жизни выше, стараются внести, сделать свой вклад в развитие общества, там, какие-то ведет специализированные проекты. Как вы считаете, объединение таких людей может повлиять на улучшение вот, качества жизни в принципе? Мне очень нравится ваш проект в том плане, что он как бы дает понять, что это возможно, и дает некий форум для общения. Положительные примеры всегда хороши, и вы их собираете. То есть спасибо вам за это. Спасибо, мы очень рады, что вы к нам пришли. Очень приятная беседа, как обычно, как всегда. Будем встречаться. Надолго не прощаемся. Спасибо. Очень было приятно с вами пообщаться сегодня. Надеюсь, не последний раз вы еще приедете в клуб. Обязательно. Так что жду вас. До свидания. До свидания.